Сегодня найти школу каких-нибудь боевых искусств особого труда не составляет. Во времена моего детства похожие секции тоже были. Можно было записаться в бокс, например, в «Динамо», в самбо или в борьбу. Но ни о каком карате речи, конечно, не было. Только в книгах можно было прочитать о джиу-джитсу и других видах борьбы, которые делали бойца непобедимым. Но все это было окружено ореолом тайны и мистики, сродни секретам йогов или масонов. Ну а впервые мы увидели карате в фильме «Гений дзюдо» по сценарию Акиры Куросавы, который показали на московском фестивале в 65-м году. Ты сейчас почувствуешь, что такое карате. Впрочем, скоро карате появилось и у нас, и стало невероятно популярным. Сорок восемь лет я тренируюсь карате. У меня черное кимоно, это самый высший разряд. Вот. По шорин-рю у меня шестой дан. В 75-м году, 16 лет, мне друг предложил, что вот на Маяковке будет открываться секция. Я, конечно, с удовольствием пошел. Вот с тех пор я занимаюсь. Я посмотрел кино, вот «Гений дзюдо», очень понравилось, великолепно. Было необычно, красиво. Дзюдо понравилось, и карате понравилось, да. И в то время карате было вообще ореолом такого таинственного, какого-то такого фантастического. Ну и, как всем молодым ребятам, хотелось обладать чем-то таким неестественным. Учитель физкультуры был замечательный китайский мастер Ушу, который нас в качестве физкультуры тренировал немножко. Так вышло, что в наш зал пришли первые каратисты СССР. Это был Хосимото, на тот момент третий дан карате. Его ученик Александр Подчеколдин, вот, они занимались в нашем зале, они нас увлекли как раз карате. В общем, к началу 80-х карате у нас занимались тысячи, если не миллионы граждан. К моменту Олимпийских игр в Москве занималось только в Москве, как мне известно, около 60 тысяч человек. Это официально. Сколько занималось неофициально, никто не знает, никогда не считал. Но очень много народу занималось. Практически везде, во всех залах были занятия карате. Это фактически была армия, которая подчинялась не спорткомитету, а своим учителям. Комитет просто испугался. Доложили наверх, что популярность растет, контроля никакого. Вещь опасная, если люди встанут, то будет плохо. И поэтому просто-напросто начали завинчивать гайки. Ведь было известно, что, например, в Польше солидарность пользовалась группами каратистов для охраны своих митингов. Конечно, в прессе сразу же стали появляться заказные материалы, а в ноябре 81 года в статью 219 Уголовного кодекса «Небрежное хранение огнестрельного оружия» был внесен пункт 1 о незаконном обучении карате до 5 лет. У Наполеона была фраза: «Если не можешь запретить, возглавь». Так что сначала карате возглавили, когда его разрешили в 78 году впервые, оно же было запрещено и раньше. А когда его разрешили, туда, значит, поставили в руководство и чиновников, и из КГБ людей. Когда не удалось возглавить, его надо запретить. Вот его и запретили. Сделали статью, запретили, вот. Но, естественно, никто не стал запрещаться. Мы просто стали заниматься дзюдо, свободное от борцовского приема времени, мы, естественно, тренировались в карате. Незаконное преподавание карате. Вроде бы нас особо не касалось. Я был в то время динамовским инструктором, ну, незаконно, мы-то законно преподаем. Но не прошло и двух лет, трех лет, как у инструкторов отобрали удостоверение, вроде бы под предлогом замены их на новые. И в результате все инструктора оказались незаконными. Был такой Гусев, и он получил срок за то, что у него нашли нунчаки, и он преподавал карате. Вот в это интересное время к нам в редакцию «Крокодила» пришли каратисты из школы Тадеуша Касьянова, устроили показательное выступление и предложили присоединиться. Шпана в карате в ту пору не шла, и я с удовольствием согласился. Тренировки у нас были тайные,
Мы встречались у метро «Автозаводская» и шли в ближайший лесок отрабатывать майгири и йокодзуки, имея для конспирации волейбольный мяч. Ведь вообще-то карате запрещали в нескольких странах. В той же Японии, например, когда пришли американцы, туда оккупировали Японию, они запретили карате. В Чили запретили карате в 71 году. В Болгарии, ну, это уже параллельно с нами, в 83 году тоже запретили карате. Конечно, не всякому государству понравится, когда обычные граждане обладают такими вот навыками. Хотя запреты у нас обычно работают плохо. Народ миллионами валил на не так давно вышедших пиратов 20 века, а Фитиль предлагал гражданам рассчитывать только на себя. И пока стражи порядка заняты проверкой документов в различных учреждениях и соблюдением ведомственного престижа, приходится прохожим рассчитывать только на себя. В общем, где-то к середине 80-х про запрет забыли, и преподавание карате стало как бы легальным. Оказалось, что Госкомспорт не против карате. Госкомспорт за карате. Только вот уголовную статью про обучение карате в законе оставили. Ее отменили только в декабре 91 года. Хорошая статья всегда может пригодиться. Сегодня мы в гостях у действительного члена Российской академии художеств, ну а проще у художника-карикатуриста Владимира Мочалова, с которым мы в 80-е вместе работали в журнале «Крокодил». «Крокодил». Ну, я пришел в «Крокодил» в 1969 году в студию молодого карикатуриста, который возглавлял Евгений Александрович Шукаев, тогда главный художник журнала «Крокодил». Я проработал вплоть до закрытия журнала в 2000 году. После этого акции журнала «Крокодил» купил банк, какой я даже не помню. Этот банк уволил всех сотрудников, назначил своего главного редактора и своих там каких-то сотрудников собственных. И они выпускали журнал, который совершенно не был, был под названием «Крокодил», но этот журнал был, скорее всего, журналом, похожим на журнал «Лиза». С телепрограммой, интервью с какими-то там звездами. Вот, карикатуры не было абсолютно. Он был из уменьшенного формата. Вот, и я просуществовал такой журнал около 3 месяцев. Потом банк же закрыл этот самый журнал полностью окончательно, уволив всех сотрудников, в том числе и нас. И у меня в трудовой книжке написано «Уволен в связи с закрытием предприятия». А чем запомнились 80-е? 80-е запомнился тем, что это была Олимпиада, во-первых. А во-вторых, я брал интервью и рисовал Людмилу Лядову, которая написала гимн, и Виктора Чижикова, который рисовал олимпийского медвежонка. Я к нему тоже приезжал на Малую Грузинскую. «Крокодил» всегда пытался освещать самые такие актуальные события нашей страны и мира карикатурами, конечно, всегда воевал с нашими редакторами, со всеми. Ну, потому что читатель, когда берет в руки журнал, он сначала смотрит картинки, причем же листает журнал с конца, с последней страницы, самого смешного, что есть. Там читают улыбки разных широт, какие-то юмористические рисунки, крокодилинки, рисунки Васи Дубова. Потом так он уже подбирается к середине журнала и к его началу. А в начале журнала, как правило, делались такие большие экономические, я бы даже сказал, не филитон, а статьи ужасные, огромные. Ну, это спасибо. Я как раз был замредактора экономического отдела. Я поэтому и говорил всегда, я был против этого. Это было тоскливо, ужасно. Вот. Что это мало кто читал, кроме авторов этих самых статей. Ну, на мой взгляд, самыми ужасными были последние страницы «Крокодила», там, где были капиталисты в полосатых штанах и с бомбами. Эти карикатуры, они были важны в первую очередь для ЦК КПСС, а не для народа. Был у нас известный Марк Абрамов, вот Юра Черепанов, еще там Лисогорский, да, который, значит,
приносили вовремя, всегда в последний день, на какую-нибудь актуальную тему, и всегда ставили на последнюю страницу. Расскажи про художников. Мы, фельетонисты, с ними не пересекались, только когда они оформляли наши фельетоны, и то делалось это обычно без подписи. Вот, кстати, вот это чья работа? Это Леня Насыров из Чаяна. Ну, еще запомнился Гера Огородников, потому что он оформлял мою книжку. Я тебе должен сказать, что Огородников один из самых ярчайших художников журнала «Крокодил». Я бы даже сказал, может быть, даже самый яркий. У нас подобного художников не было в «Крокодиле», которые бы так могли весело, подробно, с детальками, многофигурные такие композиции делать. Это уникальный художник, и, слава богу, он до сих пор жив и работает. Но работает уже не как карикатурист, а как детский художник, делает детские книги и очень успешно. А кто еще? Ну, самое интересное, самый ярчайший был Шукаев Евгений Александрович. Он был главный художник «Крокодила», Шабельник, Володя Шкарбан, Володя Тильман, Валера Мохов, Марк Вайсберт, конечно. Придумать карикатуру – это вообще талант. Поэтому у нас существовала такая, ну, категория людей, которые назывались тимисты. И раз в день, «Крокодил», как известно, выходил 10, раз в 10 дней, декадный журнал, и каждые 10 дней нам приносили вот такую кучу тем. Если там чего-то не хватало, то мы могли вот коллегиально что-то додумать. После этого она заказывалась художником. Володь, я знаю, были попытки возродить «Крокодил». Чем все это кончилось? Судьба «Крокодила» такова, значит, когда этот журнал нас закрыли, и тогда мы вот здесь, вот в этой комнате, собрались 4 человека и решили издавать «Крокодил» в старом виде. Все делали бесплатно, естественно. Я туда делал рисунки, обложки, какие-то развороты большие, многофигурные, лишь бы заполнить эти страницы «Крокодила». Мы назвали свой журнал «Новый крокодил». Но оказалось, что вот эти банкиры, которые закрыли журнал, они вели переговоры с издательством «Правда». Вот тогда оно уже называлось издательство «Пресса». О продаже издательства «Прессы», «Прессе», значит, вот этого крокодила, бренда, самого бренда, мы этого не знали. И когда вышел наш номер вышел, они были в бешенстве, банкиры. Просто были в бешенстве. Вся их сделка, она... Тем не менее, журнал «Новый крокодил» стал выходить и издавался до 2004 года. Потом он снова возродился в 2006, просуществовал еще пару лет и после этого закрылся окончательно. Хотя мой собеседник, да и я тоже убеждены, что «Крокодил» мог существовать бы и сегодня. «Крокодил» всегда актуален, мог бы быть и сейчас, и в наше время. Как сатирический орган, он, мне кажется, всегда будет востребован. То я 3 раза писал письмо президенту Путину о возрождении «Крокодила», выкупе его. Он находится в руках «Новой газеты». Они его тоже издавали 2 или 3 года, и тоже, потому что это было просто чудовищное издание, просто чудовищное, чудовищное просто во всех отношениях. Вот. Так вот, если его выкупить, этот самый журнал «Крокодил», «Крокодил» мог бы издаваться, мог бы и должен издаваться. Почему «Крокодил» был таким популярным журналом среди народа? А ведь в лучшие годы у нас был тираж до 6 миллионов доходил. Он всегда помогал людям даже в самые трудные минуты своей жизни, а такие были у каждого человека, всегда было, и он помогал людям, в общем-то, улыбнуться. Он придавал людям уверенность в завтрашнем дне. Вот, журнал «Крокодил», он облегчал людям, в общем-то, жизнь, и без того тяжелую. Люди, когда читали там какие-то фельетоны, стишки, рассказы, нарочно не придумаешь, смотрели карикатуры, то как бы забывали о всех тягостях своей жизни. С «Крокодилами» жилось веселее немного, полегче. Товарищи жильцы, кто не уплатит за квартиру, отключил свет и газ. С Новым годом вас, мирного вам неба над головой.